В Ярославской области собрались финалисты всероссийского конкурса «Капитаны. Мой первый бизнес». Участники с инновационными идеями прошли отбор в интернете. Лучших подростков собрали за 3 дня в образовательном бизнес-лагере. Его участниками стали 60 старшеклассников из Ярославской, Ивановской и Костромской областей. В лагере ребята, как говорится, показали себя на практике, а именно за счет решения финансовых задач и прохождения квестов строили свой город или готовили для него полезные изобретения. Разработал примерно конструкцию, попросил у отца листы ДВП, там деревяшечки. Вот в итоге сделал чертеж, выпилил. А сама конструкция представляет из себя то, что в разборном состоянии это просто 2 панельки, а в сборном состоянии это уникальная подставка, идет книжечка, плюс еще есть специальный разъем, бороздка, чтобы телефон стоял удобно, и для провода разъем, и еще для Touch ID сзади есть специальное отверстие, чтобы было удобнее. Всего в России организовано 32 образовательных бизнес-лагеря. В 29 регионах страны участвует более 145 тысяч школьников. Победители получают гранты на очное обучение в университете имени Плеханова. Перспективные бизнес-проекты получат поддержку на реализацию. Отмечу, конкурс «Капитан. Мой первый бизнес» проводится по поручению президента страны Владимира Путина в рамках проекта «Россия. Страна возможностей» при поддержке Министерства образования и науки. Это очень важное мероприятие, которое формирует в детях определенные принципы жизненные. И они сами выбирают, что им нужно для себя, для творческой деятельности. Это наше будущее, соответственно, нам не безразлично, что у них формируется.